Это вот я купила постельное белье с 3D печатью, вот, и бамбуковые подушки. Вот так выглядит на презентации постельный комплект от Bravo Eco Style. Я купила комплект 2. Он приходит вот на такой картонке, и он так плотно запакован в полиэтилен. У меня вот такой вот комплект бамбук. Бамбук, но он называется что-то как-то там релакс, что ли. Вот, я купила на Ирмаге, ссылочку оставлю под видео. Сейчас на Ирмаге проходит акция. Для того, чтобы вообще узнать о товарах акции, вы должны в меню, в разделе, вообще просто вот в самом меню найти раздел именно там, где акции, скидки, промо. И там, по-моему, сейчас по промо Lash Sensational плюс Brow, в общем, тушь для бровей Maybelline. Что-то тоже какая-то очень-очень-очень приятная цена. Но я не смогла пройти мимо вот этих ватных дисков. В общем, две упаковочки за 170 всего рублей. Вернее, две упаковочки, а в каждой упаковочке вот так вот еще по две упаковочки. И там получается на вторую 50% скидка. В общем, это дешевле, чем в фикс-прайсе. И, разумеется, я не могла пройти мимо, потому что ватные диски, они нужны не для маникюра, и для макияжа, и для снятия макияжа, и для мицеллярной воды. И вообще, я думаю, что ни одна современная женщина не мыслит себя без ватных дисков. Ну и дальше по покупочкам. Дарю совершенно бесплатно вот такой лайфхак. Все визажисты знают, что карандаши – это нечто. Они хранятся долго, они покупаются надолго, но какие бы профессиональные они ни были, если они летают по визажистскому кейсу, разумеется, они обдираются, теряют свой внешний вид задолго до того, как начинают терять свою профессиональную форму, крошиться, не удовлетворять запросы. И поэтому я в фикс-прайсе купила вот такие пенальчики по 50 там, рублей с копейками у нас уже. Три штуки. Один у меня для домашних карандашей и два вот таких зеброчных у меня для работы. Потому что они черно-белые, я стараюсь содержать свой кейс в черно-белой гамме. Но я не по этому поводу сегодня. Вот, я купила помадку. Сейчас, подождите секундочку. Вот такая помада, вот такой оттенок. Вот. Я ей пользуюсь, она, это Maybelline, вот такой номер, 620, я ее уже показывала. И тогда я сказала, тогда я взяла еще вот такой Wet n Wild, вот Balm Stain. Е127, он очень насыщенный и не... Он как проявляющаяся помада в косметичках наших мам и бабушек. И тогда я сказала, то есть я попробую их вот в таком виде, если мне понравится, я куплю еще. И разумеется, я купила еще вот таких два оттенка. В частности, так, секундочку, это Е1611, он такой больше в коричневое уходит, но все равно он такой красноватый, вот такой Е1601 и вот такую помаду 340 оттенок. Секундочку. Ну, она такая немного непонятная.
Swatch показывать, наверное, не буду, потому что... Ну, потому что все равно камера все перевирает. Мне вот, я смотрела тут Адель, она показывала палетку, там, синяя тенюха. Она говорит, вот этот зеленый, вот он мне очень нравится. Ну, какие свочи, ёпарасоте. А, значит, я просто лучше расскажу вам про эти стейны и бальзамы, и про эту помаду Maybelline. Она прямо такая увлажнялочка-увлажнялочка. Стейны очень стойкие. Но, по-моему, вот именно в сочетании, нося их, я нашла идеальный вариант для себя. Вот видите, как у меня звонит телефон? Нифига не слышно. Алло. Вот я купила такую огромную бамбуковую подушку. Вот, всем рекомендую, цена очень приятная, я напишу, и я оставлю ссылочки, где я это приобрела. Вот, подушка идет в такой вот, как сказать, сумочке, вот в такой, пластиковой, очень прочной, ее даже можно будет, наверное, для каких-то хозяйственных нужд приспособить, они там есть 50 на 70, 70 на 70, в общем, разные. Поэтому рекомендую, очень мягкая, очень прямо такая она мягкая и пружинищая. Вообще классная подушка, давно хотела, приобрела, спасибо, Ирма. Я заказала крема от Руазель и сейчас поеду. Здесь вот пришел адрес, куда, во сколько, в общем, все удобно. Вот я первый раз получаю посылку по Boxberry. Даже вообще не знала, что у нас в городе есть такая организация. Крем я получила в виде пустой баночки. У меня у сестры традиция, да. Ой, что-то похоже, здесь много подарков слали. Или столько же. Ну, в общем, не важно. Все пришло нормально. Нет, все равно это подарок. Ну, спасибо за подарок. Вот. А вот я себе нашла ампулочки. Посмотрите, какие классные. Всего по 500. С чем там они? Ну, что-то там по 500. Ну, еще тут подкупила. Много всего интересного. Не буду говорить, где. Но я думаю, что вы догадываетесь, что на китайском рынке. Я заказала 3 крема. И мне прислали в подарок вот такое мыльце. Это фирменное мыло. Я буду все пробовать. Заказывала первый раз. Мне очень понравилось. Мне понравилось, как я получила посылку. Посылка абсолютно чистая. Тут же накладная. Вот она. Вот она. Видите? В общем, очень все хорошо. Мне понравилось. Буду пробовать вообще пользоваться вот этот вот крем Biocon. Первый раз я его заказала. Цена очень бюджетная. Каждая упаковочка в пределах 200 рублей. Мыло в подарок. Это вот дневной и ночной уход я заказала лично себе сама. 40 тут идет плюс. Ну и мыльце в подарок. Мыло очень пахучее, прямо вообще, вот только открыли посылку, прям понеслось. Ну, там содержится, разумеется, эфирное масло какое-то очень сильное, я его пока не идентифицировала, если идентифицирую, обязательно сообщу. А еще я обожаю вот такие полочки, они трехъярусные, достаточно глубокие корзинки, в них хорошо входят корзинки из фикс-прайса. И в них очень удобно и, на мой взгляд, гигиенично хранить косметику, потому что мы можем в любой момент это все помыть, очистить, накрыть, обработать, протереть, пропшикать и так далее, и так далее. Вот, такие корзинки, значит, в чем их преимущество, девочки-блогеры? Нам же много всего дают, и вообще у нас всего много. И когда это куда-то убрано с глаз, ну, когда оно не попадается на глаза, постепенно забывается. Вот очень многие блогеры, девочки, говорят, что типа вот оно
там не попадается на глаза, я этим не пользуюсь. Это как раз, чтобы особенно уходовые средства, чтобы ими пользоваться, они вот так вот должны где-то рядышком стоять с вами, и вы должны их все видеть. И как раз такие полочки вам позволяют это делать. То есть они не только для ванны, но и для уходовых средств, которые вы будете видеть постоянно. И вы также сможете ее, не знаю, приводить в порядок каждую неделю, чтобы она там не пылилась, не грязнилась. И, в общем, я рекомендую, потому что иначе, действительно, если все убирать с глаз, куда-то в комод, вы можете к этим бутылочкам, коробочкам и баночкам вообще никогда просто вообще забыть про них, и они испортятся. Я считаю, что это очень приятно иметь такую полку в собранном виде. Кстати, производство Россия. Вот такая вот этажерочка. Вот они тут есть всякие разные. И вот так вот показано, как собрать. Собрать может даже ребенок. Не знаю, может, у меня просто любовь к конструкторам с детства сохранилась. Вообще собираем, разбираем и все. И вперед с песней. Вот, купила такие джоггеры, это трикотажные брюки. Фотографию я вставлю. Вот такую футболочку, базовую, полосатую, черно-белую. Ее классно носить и с джинсами, и с трикотажными брюками, и с юбкой, в общем, совсем. Так, вот такая футболочка. Вот такой к ней кардиган. Здесь не видно качества, ну, вот такие, он такой прозрачный трикотаж. Вот такое прямое платье прямого силуэта, очень классно с кардиганом, очень классно просто с палантином будет, вообще понравилось. Именно прямой силуэт, тут без выточек, вообще все супер. Такой базовый вариант. Вообще, я тут не буду все супер-пупер вывешивать, это просто, чтобы примерно вы поняли. Вот такая сумочка, она мне очень нравится. Есть ремешок к ней, и я надеюсь, хотя бы на годик мне ее хватит. Вот, цену вы видите, можете сравнить с другими отделами. Это Остин Ангарск. Если вам интересно, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Ольга Швед. Всем всего хорошего. Пока. Your shoes are sick.